А, кушай, кушай, мой сыночек. Мам, я не хочу, я хочу бургер. Каша лучше, давай, открывай. Ой, что за крик? А ну выйди из комнаты и не мешай мне кормить малыша. А ну прекратите этот цирк. Ты офигел? Ты сделала из моего сына девку. Посмотри, на кого он похож. Я не девка, мама. Тише, тише, тише. Нет, это так не будет. Тайлер, хватит ныть. Ты ничего не понимаешь в воспитании детей. А я директор школы, и я знаю все про них. Как ты вообще стала директором? Это издевательство над учениками. Точно, я же школу опаздываю. Фух, наконец-то она ушла. А вообще-то мне нравится, что у меня мама директор. Мне все можно. Нет, с этим нужно что-то делать. Это так продолжаться не может. Обожаю ходить в школу. Меня весь класс любит. Я тоже по вам соскучился, девчонки. А ты пойдешь со мной на свидание? Ну, не знаю. Нет, Таня пойдет со мной на свидание. Да может он вообще со мной захочет. Тайлер, ты такой крутой! Я бы хотел быть как ты. Вот бы это все было по-настоящему. Вот ты попался, маленький сынок! Отпустите, мне страшно! Простите, миссис Кристи, мы больше не будем. Еще раз такое случится, и вы будете драть всю школу! Ясно? Ну ладно, сыночек, я пойду. Если что, Зэби, я буду в своем кабинете. Беги сразу же ко мне. А вообще-то я уже взрослый и сам буду за себя постоять. Слышишь ты, качок, я тебе сейчас знаю, что сделаю, а? Ну и что же? Капец он трус. Зимуна! Зимуна! Ой, нет, опять это ненормально. Приветствую вас, одноклассники. Я вернулась с планеты Зингдуду. Там так классно. Площадку. Ура, мой любимый урок из культуры! Ты мой самый нелюбимый ученик. Итак, начнем урок. Зибуна, 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 зибуна. Эй, Тина, ты куда? У тебя урок. Меня созвон с инопланетянами. Алло. Когда же ее заберут уже на Марс? Продолжим. Парни, взяли гантели и поднимаем. Ой. Фу, этот придурок пукнул. Тайлер, хватит баловаться, давай поднимай. Как хорошо, что успела. А ну-ка быстро отдай гантели. Ну, мама. Это что такое, Кэти? Ты офигела? Миссис Кристи, я же просто провожу урок. Как ты моему сыночку могла дать такое тяжелое задание? Так это же легкое задание. Я тебя сейчас уволю. А ну быстро сделай так, чтобы мой сын не поднимал тяжести. Так лучше? Да, это совсем другое тело. Посмотрите, этот лузер как девчонка. Мама, они меня обижают. Ш-ш-ш-ш-ш.
же хорошо, что я директор школы, где учится мой сын. Пути-пути мой маленький. Пути-пути мой пустичек. Мама, это ужас! Что такое? Фу, а почему щей так воняет? Меня Гарри и Зак засунули в мусорник. Что? Как они могли? Ой, ты хороший. Вот они, идиоты. Ну ничего, я заставлю этих придурков драить мусорные баки. И почему меня все обижают? Где мой хороший? Даже не знаю. Но зато я знаю, что делать. Приветик. Ваша няня прибыла, я Ева. Кто? Ура, Зак! Теперь тебя будет защищать няня. Мам, ты вообще? Простите, а мне с этим взрослым мальчиком придется сидеть? Да разве он взрослый? Что вы несете? Мам, меня же еще больше будут унижать. Ну давай мы тогда скажем, что Ева это твой личный охранник. Так-то лучше. Вау! У меня теперь личный охранник! Я крутой! Да! Ну что, мои любимые ученики, сегодня новая тема. А ну веселее! Моя личная охрана. Эй, ты что делаешь? Офигеть, я тоже так хочу. Давайте лучше продолжим учиться. Итак. Мы не можем учиться. Сынок, что такое? Я хочу кушать. Принесите мне бургер и картошку пи, быстро. Сейчас буду кушать. Приятного тебе аппетита, сынок. Так нечестно! В классе вообще-то запрещено есть! Тихо! Эй, а пусть эти придурки встанут и смотрят, как я ем! Быстро все встали! Я голодная! Этот Талик дрался над своими бургерами! Бе-бе-бе! Завидуйте молча, лузеры! Ребята, мочи его! Идиот, успокойся! Мама, тащи его быстро! Вали из нашей школы! Вали из нашей школы! Ну что ж, пора созвониться с моими друзьями. Приветик! Все отлично! Эх, я влюбилась в одного парня, но у него строгая мама. Так забирай его к нам на планету Зигдуду. Тут и пожалуйста. Ну вы смешные. Когда же вы прилетите сюда? Смотри, она опять с ними базарит. Как обычно, дневной созвон с инопланетянами. А давай ее разыграем. Приди, связь с космосом, приди. Привет, Ева, мы прилетели. А, неужели прилетели? Мы решили лично увидеться. Давай. Слава планете Зигдуду! Слава планете Зигдуду! Пришельцы, а вы поможете мне сделать так, чтобы Тайлер влюбился в меня? Поможем. Но для начала... Хорошо. Вот дура! Она, походу, реально влюбилась в сына нашего директора. Вот это мы ее классно разыграли.
нам жизнь! Постой! Что здесь происходит? А ну ушли от него, а то я полицию вызову! Да все, все, мы уходим! Бе-бе-бе! Я вам еще покажу! Папа, видал, как я их? Раз, тысячи, все! Ха. Эх, сынок, что с тобой мама сделала? А еще я самый крутой, красивый и добрый! И это тебе мама сказала? Ага, а еще я силач! Ладно, отожмись 5 раз! Легко! Ай, рука! Рука моя! Эх, сынок, я не могу на это смотреть! Я тебе помогу и сделаю все, чтобы тебя зауважали все твои одноклассники! Милли, тебе не кажется, что это тупизм распилить корону пополам? Ну, мы не могли решить, кто ее сегодня наденет. Ну да, ты права, это был наш единственный выход. О, теперь никто не заметит, что у нас одна на двоих. О, наконец-то я вас нашел. Кто? Девочки, нет времени объяснять. Мне нужна ваша помощь. Вы можете сделать вид, что любите моего сына? А ваш сын красавчик миллионер? Мой сын Тайлер. Не-не, спасибо за предложение, но мы пошли, да. А если я подарю вам новенький айфон? Каждой? Мы согласны! Вот, держите, они ваши. Но только помните, все должны завидовать моему сыну. О, какая тут камера! Герой, срочно фоточками стою! Так, а ну хватит фоткаться! Быстро идите к моему сыну! Пошли! Козюля! О, какая мерзость! Ну ничего, это ненадолго. Зато у нас есть новые айфоны. Привет, красавчик! Ты рад нас видеть? Ага, конечно рад! Может, пойдем прогуляемся? Офигеть, офигеть! Меня позвали погулять две самые крутые девочки из школы! Офигеть, офигеть! Фу, у него на руках сопли, а они нас обнимают! А может, я куплю нам мороженое? Я же все-таки настоящий мачо! Меня тошнит. Жесть какая-то. Ну что, вы уже свободны? Может, сходим в кино? Извините, мальчики, но у нас другие планы. Какие еще планы? Красотки, а вот и мороженое. Ну что, идем? Не понял. Вы с этим идиотом гуляете? Это я не понял, почему я идиот? Это вы, придурки, а я красавчик. А ну иди сюда! Нет, получайте! Ну все, тебе конец! Девчонки, походу мы мороженое не поедим. Валим! Оторвались. Тайлер, зря ты парней разозлил. Ой, да мне вообще пофиг, я же самый крутой. Ну да, ну да. Не зря же вы в меня втюрились. А куда мы зашли? Что-то далеко от кампуса. Блин, телефон сел! Теперь даже навигатор не включишь! И у меня тоже сел! Ой, и у меня сел! Кажется, мы тут одни и надолго! Тайлер, что ты имеешь в виду? Ой, как сейчас поцелую вас! Ой, нет! Мой сыночка чувствует трубку! Что с ним случилось? Мисс Кристи, все хорошо! Вы как-то странно выглядите! Где Тайлер? А ну говорите быстро! Да мы не знаем, ой! Не врите! Вы всегда над ним издевались! Что вы здесь делали? Мой сын! Нет, мой маленький мальчик! Да уж, бешеная у нас директриса! Мне плохо! У меня пропал сын! Я вспомнил! Мы последний раз видели его с близняшками. С кем? Еле нашли кампус. Жесть! Что это такое? Мама, у меня просто телефон выключился. Я с девочками гулял. Я тебе запрещаю гулять с этими девчонками, ясно? Миссис Кристи, мы вас боимся. Кто вам разрешал гулять с моим сыном? Это не мы.
А ну отдай телефоны быстро! Уже отсюда! Я этому адаму устрою! Негодяй! Итак, мальчики, у нас скоро соревнования по баскетболу. Вам нужно подготовиться. Подождите! Я тоже хочу участвовать в соревнованиях! Ага, конечно! Ой, вы вообще мне завидуете! Я вообще-то у вас девчонок увел! Нет, Тайлер, иди лучше домой, тебе это не нужно. Я тоже поиграть хочу! Я вообще-то тут самый крутой! Отдай! Ага, а потом придет миссис Кристин и ругает меня. Вдруг тебе мяч нельзя поднимать, а то он очень тяжелый. Ну, пожалуйста, я тоже хочу поиграть! Ладно, давайте. Подвинься! Эй, так нечестно! Лови, Зак! Ну все, Нытик, пришел час расплаты! Ай! Что такое, почему он плачет? Я не знаю, я ничего не видела. На улице холодно, нужно тебя одеть. Отстань! Стой! Стой! Как будто и попался противный ребенок! Ты тупая нянька! Так это еще и нянька. Ага, а он все мрал, что это его охранник. Идем девочкам расскажем. Давай, пошли. Ты уволена, нянька. Нет, уволить меня может только твоя мама. Дорогой, а ты ничего не хочешь мне рассказать? Не, а что? Например, про вот это. Ого, ты купила новые телефоны? Не придуривайся! Ты подкупил ими Милли и Билли! Это неправда! Кто тебе такое рассказал? Да? Неправда! Милли! Билли! Заходите! Как ты мог? Здравствуйте, мистер Адам! Скажите, девочки, этот придурок нас подкупил? Да, мы должны были охмурить Тайлера, чтобы ему все завидовали. Ах ты, зараза! Страшная женщина. Хватит, это все ради моего сына. Ты его загубила. Стоп. А это кто? Алло, мамуля? Да-да, я тут из Тайлера настоящего мужика делаю. Хочешь приехать? Пусти, пиши. Да приезжай, мы тебя ждем. Тут и Кристион радуется. Ладно, все, мамуль, давай, мы тебя ждем. Да зачем ты ее позвал? Ты же знаешь, как я ее люблю. Мы вместе с моей мамой будем делать с Тайлера настоящего мужика. Какой ужас, это конец. Мам, папа, вы чего такие странные? Мама туда-сюда ходит. А это просто бабуля приедет. Вот мама и радуется. Надеюсь, она передумала. Нет, неужели она так быстро приперлась? Вот и я. Бабуля приехала, ура! Вижу, вы во мне очень соскучились. Не передать словами, как мы за вами соскучились. Да, Кристи вообще-то хотела тебе предложить на несколько месяцев у нас остаться, погостить. Бабуля, а ты вообще зачем к нам приехала? Как зачем? Чтобы сделать из себя мужика! А я помогу! И мой маленький! Да уж, бабуля, ты так ни с кого мужчину не сделаешь. Помогла так помогла. Адам, ты пока тут сиди, а я внучка на ручках покачаю. Ну, тетик, ой, какая прелесть. Вы тоже думаете, что именно так нужно воспитывать детей? Ну, конечно. Я так сыночка вырастила и внучечка выращу. Ой, тетичка, офигеть. А знаете что? Оставайтесь у нас на полгода. Мне кажется, мы с вами подружимся. Не понял, как я на такое повелся? Мисс Гвен, вы пока погуляйте с Тайлером, а то мне еще уроки вести надо. Мам, зачем мне коляска? Я и сам ходить могу. А ну тихо, у тебя ножки слабенькие, нужно на колясочке ездить. Смотрите, Тайлер уже как младенец в коляске ездит. Капец, он то
точно маменькин сыночек. Всем F. А кто больше всех будет ржать, тому 5F. Ясно? Эй, так нечестно, несправедливо. Пошли все вон. Ну, спасибо, мам. Пожалуйста, сыночек. Почему мама меня так достает? Я уже так устал. Еще и бабушка приехала. О, Тайлер, и ты здесь. Ну тогда где Луна? Тина, а ты что тут делаешь? Я вообще-то хотел посидеть и погрустить. Ну извини, но у меня тут вообще-то ритуал. Я должна выйти на связь с космосом. Ого, а ты так умеешь? Ну да, а еще у меня есть щит космической силы, чтобы злые пришельцы меня не похитили. Чего? Ой, все, не мешай. Ай, ду-ду-ду, зиби, хей-хей-хей. Ай, ду-ду-ду, зиби, хей-хей-хей. Ай, ду-ду-ду, зиби. Ты там заклятие читаешь? Тайлер, ты можешь не мешать? Я вообще-то открываю портал в космос. Зачем тебе туда? Хотя стой, знаешь, забери меня с собой. Меня напрягает мама со своей гиперопекой. Нет, тебе туда нельзя. Там на планете Нибиру восстание пришельцев против мегатаракана. Это опасно. Как это? Пришельцы борются с теми, кто их достал. Там бунт. Точно, нужно устроить бунт против моей мамы. Тина, ты молодец. Теперь я тоже восстану против своей мамы. Зиму... как там надо? Зимуна. Ага. Зибуна! Где мой сынок? Он его видел! Я знаю, я его видела! Он со мной хотел на планету Зигдуду! Тиночка, а ты выпила свои таблетки? Ну, мне просто интересно! А, точно забыла! Сейчас все сделаю! Ну, где же он? Тайлер, ты сюда постоял, а то ты так на урок опоздал! Ага, конечно, ты не указ! Конец урока в этой школе! Что ты хочешь? Ты герой! Ты мой кумир, Тайлер! Мы созданы друг для друга! Это точно! Мы как две галактики! Целуй меня, мой космический принц! Вау! Это что, был мой первый поцелуй? Да, и мой тоже! Ура! Я теперь точно стал настоящим мужчиной! Ура! Офигеть! Эй! Вы там видели, что сейчас произошло? Прием, прием! Надеюсь, вы рады за меня! Зибуна! Эх, сынок! Даже бабушка не помогла! Ну вот как из него сделать настоящего мужика? Папа, ты не поверишь! Что такое? Мама записала тебя на бальные танцы! У меня был поцелуй! Опять с помидорами? Неа, на этот раз с девушкой, прикинь! Ну ты и придумал! Пап, вообще-то я серьезно, у меня вот даже отпечаток остался! Офигеть! Офигеть! Неужели? Мой сын стал настоящим мужиком! Тайлер, я тебе
тебе сейчас докажу, что это ты устроил на уроке! Наш сын стал мужиком! О нет! Кто это сделал? Кто она? Моя одноклассница Тина. Ей конец! Моего сынульку могу целовать только я! Уже в космос собрались? Да не, мы над Тиной издевались. И там вообще миссис Кристи с ума сошла. Значит, нужно свергнуть эту женщину. Чё? Ты о чём? Вы же хотите, чтобы моя мама перестала быть директором? Нужна ваша помощь. Конечно, хотим. Отлично. Я хочу написать районному директору, и мою маму уволят. Так а мы чем поможем? Нужно поставить здесь подпись и написать, что моя мама вас бьет и унижает. Это все почти правда. Супер, тогда подписывайте. Тайлер, твоя мама, того она вбита и кидалась на меня. Быстро поставь подпись на документе. Готово. Да не на лбу, у меня на листочке. А, поняла. Тайлер, ты такой классный стал. Ничего не боишься? Да я всегда таким был. Да ты шла от моего мужа! Чё? Я тебе сейчас такую зимую покажу! Так, пока тут разбирайтесь, я подаю заявление. У меня сын! Трибуна! А, ты кто? Будущая жена вашего сына. Не узнали, что ли? Да ты иди ненормальная. Я тебя первый раз вижу. А вот и мой жених. А, Тина, успокойся. Ты нафига ко мне домой приперлась? Сейчас приедут мои инопланетяне. Будут нашими свидетелями. Сынок, а ты не мог себе нормальную девушку найти, а не эту? Прости, пап, я не думал, что она настолько того. Конец! Это конец! А у тебя что? Меня выгнали из школы! Я теперь не директор! Ура! Сегодня прям праздник! Радуетесь, да? А как я со своим сыночком следить буду? Не переживайте, я за ним буду смотреть. Такой маленький ути-пути. Ниночка, ты прям как я. Кажется, я в тебе ошиблась. Ты будешь такой хорошей девушкой для Тайлера. Не-не-не, спасибо, мам. Тайлер, стой! Ой, мама звонила 40 раз. Интересно, что-то случилось? Всем хай! Как вы тут? Наш Тайлер, ну ты реально крутой! Респект! Спасибо тебе! И прости, что мы тебя обижали! Тайлер, вот теперь я готова пойти с тобой на свидание. Кстати, привет точно на расхват. Интересно, кто будет новым директором? Привет, мой сладенький! Успел вам не соскучиться? Бабушка! Соперки так и не прошли! Что ты делаешь? Хватит меня позорить! Я теперь директор школы, буду вас учить! Что? Ой, нет! Кажется, этот
плохие мальчики, плохие мальчики. Ты не такой. Ты хороший Беги. Мальчик. Да. Да вы смешные? Да что такое? Посмотри, на кого он похож. Я не девка, мама! Тише, тише, тише.